Привет всем зрителям моего канала, с вами Булкин, и мы играем в GTA 5. Я решил создать сессию и, в общем, пригласить народ, просто чисто кто зайдет, в общем, гоночку какую-то поставил. Я давненько так не делал, точнее, я, наверное, так делал раза два всего. Ладно, зашло ко мне двое человек, попробуем сейчас с ними прокатиться, я не знаю, что из этого выйдет. Фух! Ну что, они 90-го и 59-го левла. Так, чё, какую тачку брать? Альфа, Банши, Карбонизар, Комет, Кокуэт, Фельцер, Ой, это новенькая чё-то. Новые тачки же добавили. Так, я что-нибудь новенькое возьму, можно что-нибудь типа... Не, Альфа какая-то страшная. Вот мне, в принципе, нравится Джестер. Чисто посмотреть, что вообще за тачка. Давайте возьмем вот такого цвета. Ну что, сейчас буду изо всех сил пробовать вспоминать навыки свои гоночные. Вот. Гонка по докам. То есть где-то в порту. Сейчас посмотрим. Мне кажется, в принципе. А, ну они взяли. Цвет прикольный, кстати, вот той карбонизар. Это же карбонизар, там такая перламутровая. О, нифига себе, чувак взял такого же цвета, такую же машину там сзади. Нормально совпадение. Ну чё, попробуем выиграть. Вырвать победу. Погнали! Ха! Такой умный! Вот так-то! И ты тоже сейчас полети. И что это было сейчас? По-моему, не... По-моему, немножко у кого-то... Что? Что? Я молчу просто! Что происходит? Я не знаю, почему они так едут. По-моему, у кого-то проблемы с соединением. Ну да ладно, я, в принципе, это не волнует. Правда, по-моему, проблема с соединением у меня, ну да ладно. У меня просто сейчас по Wi-Fi работает PlayStation, и немножко слабый сигнал вроде как. Но это не мешает мне ехать на первом месте. Аккуратненько. Кстати, очень красочно сейчас выглядит GTA. Я вообще люблю записывать серии GTA 5 днем, потому что ночью как-то все темновато и выглядит немножко тускловато. Особенно запись и рендер немножко видео затемняет. Вот, а так прям все... А, соки видно, все краски. Так, нормас. Кстати, ничего такая тачка, в принципе, и внешне выглядит неплохо, да и управляется тоже. В принципе, отлично. Я не знаю, они там что-то отстали совсем, но мы, в принципе, держим позицию. Кстати, трафик я включал, я не понимаю, почему он не ездит, но... А то без него как-то слишком пустынно. Дневной Лос-Сантос не может быть без трафика. Так, И куда я поехал, сеньор Булкин? Куда ты поехал? Разворачивайся. А если догоняет уже, кстати. Звук у тачки ничего такой, кстати. Ребят, ну что же вы так ехали-то? Я думаю, что это из-за лагов, они немножко спутались. Там, по-моему, кстати, они продолжаются. Я посмотрел, но не хочу немножко терять позицию. Мало ли, что может произойти, небольшой дрифт. Нормально. Так, окей. Чё, первое место наше, да? А что тут, сколько кругов-то? Два круга? Еще один кружок? Ну ладно. Новый рекорд круга. Минута 55. Вон он сзади едет. Так, ну что, я думаю, что мы удержим позицию. Конечно, идеально было попасть в случайную сессию с людьми. Я, в принципе, так и хотел сделать. Я нажал «Быстрая игра». Хотел присоединиться в гонку кому-нибудь. Попасть, чтобы там была компашка. Но у меня не получилось. Точнее, как получилось. Я нажал, чтобы меня кинуло в какую-нибудь сессию. Меня кинуло сессию на какую-то крутую гонку, между прочим. На кроссовых байках. Там было, по-моему, 4 человека еще. Или нет, 4 с ключами, то есть еще 3 человека. И гонка была всякими трамплинами по какой-то речке, спуск там был. В общем, дело в том, что я думал, что будет коннектиться долго, отошел и прихожу, а я тут уже стою. Думал, как раз запись успею начать, но там смысла уже не было, там те уже финишировали. В общем, немножко глупо получилось. Я думаю, такой быстренько сейчас какую-нибудь сессию найду. Ух ты! Я прям трюкач. Ну вот, думаю, быстренько сессию найду и как-нибудь все исправлю ситуацию. Но в итоге я кинул пустую сессию, которую я же и создал, как получилось. Ну и ко мне зашло двое человек. Кстати, я бы так про... А, ну вообще супер. Один вообще вышел. Веселая гонка вышла, да. Веселая, ничего не скажешь. По-моему, лучше в фри-руме сейчас покататься! Прошу прощения, не в ту сторону. Да, именно не в ту сторону. Можно мне было ввести чит-код C-Waze и дальше проехать? Нет? Ну ладно. Немножко потопили наш летучий корабль. И... Что, летучий корабль?
Мне эта лимонка очень нравится, кстати. Тачка прикольно выглядит. Ну что, мы финишировали. Как ни странно, но мы первые. Еще бы хорошо было, если бы тот чувак вообще вышел, вообще нормально, сам с собой покатался, сам с собой поболтал. Вот. Вы решили первым. Спасибо. Давайте меня быстренько куда-нибудь кидайте, какой-нибудь другой. Ну, это, по-моему, это лучший финиш вот на фоне сейчас был. Я надеюсь, ребята, вы это видели сейчас. Да. Классная тачка. Да, очень хорошее состояние. Там был на фоне еще идет поезд. Куда-то в никуда. Единственный поезд. Ну что, я выиграл, да? Классненько. У меня же там была братская любовь, победа. А что-то он по сторонам посмотрел, что-то задумался. Мне не понравилось. Потому что было скучно. Было оценено плюс 50 РП. Неплохо. Ну что, это Джестер. Машина Джестер тащит, в принципе. Мне она понравилась. Я думаю, что в гонках, в принципе, ее можно использовать. Потому что остальное уже... Все старые машины уже приелись. Вот. А тут что-то новенькое. 12 секунд. О! Так, и куда меня сейчас кинет? Можно только куда-нибудь, я не знаю. Как-нибудь. Наверное, во фрирум лучше. Просто дело сейчас в том, что... У залива. Ты за нее хочешь, тут. Ну, я не знаю. Вот тут, в принципе, для четверых гонка. Нас двое. Чувак проголосовал за эту гонку. Я на ней не катался. Вроде как. Значит, крутая, может быть. Давайте посмотрим. Потому что если что-то... О! Пегаси Зенторно. Хм. Это типа место быстрее Эдра, но я по характеристикам еще не видел, поэтому ничего не могу сказать. Интересно, сейчас гонка я просмотрел, на чем вообще будет. У залива. Хм. От точки до точки, вездеходы. О, это будет весело, ребята, это будет весело. Так, личные транспортные средства не нужны, дорожное движение включено, розыск. Так, ну что, я думаю, что, в принципе, подтвердить, автоприглашение включать, я не знаю, он будет ждать. Просто я боюсь вот такие ситуации, хочется еще народ позвать, но вряд ли он будет ждать, поэтому, пожалуй, я, да, стартану. Сейчас погоняемся один на один, в принципе, если гонка на четверых, значит, вдвоем не будет скучно. Другое дело, если гонка на 16 человек или на 8, то, конечно, вдвоем-втроем как-то скучновато. Не хотел сейчас видеть эту машину здесь, но вот это уже поинтересней. Ого. И что у нас мощнее? Хм, интересно. Ого-го. Ого-го. Я даже не знаю, у меня разбегаются глаза. Что брать-то? Даже так? Ну, я не знаю. В принципе, ради интереса хочется на баге, наверное, прокатиться, чтобы чисто оценить это транспортное средство. Потому что я не катался еще. Не знаю, что он возьмет. Так, у нас ночь. Блин, я не поставил, по-моему, время. Да, логичный булкин, конечно. Только что рассказал то, что в темноте не особо нравится записывать. Ох, ё-моё, ничего себе, у тебя там агрегат, чувак. Ну, давай. Поехали. Покажи мне всю мощь. Только аккуратно едь, пожалуйста, не как в прошлые разы, хотя я думаю, что я уже вижу, да. Пожалуй, аккуратно не выйдет. Сейчас будет весело, мне кажется, с лагами. Он сейчас будет здесь летать, как космический... Пока, чувак. Знаешь такую тему ехать по трассе? Вообще нет. Понятно, он уже выбыл. Несмотря на то, что у него супер колхозные баги с золотыми дисками какими-то. У меня гламурный красный таз. Такой в каркасе весь нормальный, в общем-то. Кстати, ничего такая машинка. Она очень легкая, чувствуется по управлению и, в принципе, довольно хорошо валит. И по такой лесной дороге на ней кататься в кайф, я скажу. Отлично. Аккуратно. Нормас. О, трафик есть. Вот теперь он есть. Потому что тогда я тоже... Ух ты! Вот это... В стиле Булкина сейчас было. Выбили фары, главное. Потому что, ну да. Чё, и так ничего не видно. Надо еще без фар покататься. Поехали. Трафик, только, пожалуйста, давай ты как-нибудь будешь аккуратно. Потому что я... Я на этой машине впервые. Сейчас было опасно. Нормально. Нормально. Едем. О-о-о-о. Кстати, ничего так держит трассу машина. То есть и есть такая фишка, чувствуется, что она заднеприводная, ее сносит, как бы разворачивает. Только что это было, когда со склона улетел! Да что же она такая неустойчивая-то? Нет, голова, нога, ой-ой-ой-ой. Слушайте, она веселая, кстати, машина-то эта. На ней можно хорошо так поразвлекаться, она... По идее, баги должны быть устойчивые сами по себе, потому что они очень низкие, как жук такие.
лежат, в принципе, но что-то тут в GTA 5 все по-другому. Так, мы тут ферму проехали. О, нормас, на задние колеса. Все, отличный полет, только вот без фар, жалко. О, кстати, по-моему, уже светает. В принципе, можно идти во фрирум будет после этого. Побаловались в гонках. Непонятно с каким соперником, который сразу улетел просто по прямой в тоннеле куда-то. Так, о, рассвет. Да, его уже видно. Осторожно, камни. А, эту гонку я помню. Мы, по-моему, на Game Adventure серии катались по ней. Да-да-да, это я помню. Мы здесь на Сен-Кинках тогда катались. GTA гонка была. В какой-то серии что-то после Нового года было такое. Еще с Щербининым и с Ильей. Ну да, втроем мы записывали, я помню, помню. Мы вот еще друг друга гранатами взрывали. Было, в принципе, весело. Ну и сейчас неплохо. А, вот и финиш, кстати. Я представляю, какой там финиш. Так, ну что? Ждем, пока он финиширует, и можно идти спокойно во фрирум. Потому что... Да, понял, понял, да, GP. Ух ты! Кстати, деньги у меня там потихонечку кончаются, как раз поднакопил. Почти 43 уровень. А, где этот? Где этот соперник мой? Где он есть? Почему его еще не видно на горизонте? Сколько его можно ждать? Давай! Понятно. Опять мой чувак посмотрел по сторонам просто, и ему все равно то, что я выбираю там перекусить или не перекусить, он просто смотрит по сторонам, ему хорошо. Все, можно я как-нибудь отсюда не голосовать, да, и как-нибудь побыстрее это все пройдет. Ну да, он вообще не успел финишировать. Хм. А вроде 90 уровня, странно. Уровень не решает. Ах, ну давай быстрее, мужик. Мужик, давай. Давайте, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Отлично. Ему понравилось последний момент. Не знаю, что ему понравилось именно. Нет, пускай он катается один, а мы пойдем во фрирум. Надеюсь, сейчас нас кинут нормальную сессию. Хорошую, где есть нормальные, так скажем, нормальные погодные условия, потому что неизвестно, что там. Но надеюсь, что уже сейчас рассвет, поэтому, в принципе, должно быть все отлично. Итак, я переместился во фрирумчик, и, собственно, думаю, чем сейчас заняться. Кстати, как раз посветлело. 9.40 утра, самое время заняться каким-нибудь хаосом. Я думаю, что я сейчас подцеплю очень много копов, но для этого мне нужно закупиться очень большим количеством оружия. Так как у меня эдер, то, в принципе, я думаю, что будет не беда уезжать от копов по всем местам, которые я, собственно, и захочу, по которым уехать, потому что мощности хватит. Машина не мытая, но это, в принципе, не важно. Итак, заходим. Приветик. Давай, что у тебя тут? Ой, не то нажал. Ну что мне нужно? Мне нужно, конечно же, первым делом... Ой. Ну ладно, пускай она тоже будет. Пускай она тоже будет с патронами. А вообще, в принципе... А, максимум патронов. О, это опасно. Это очень опасно. Так, а это тоже опасно. Это тоже опасно. Чё мне... Гранат, конечно же. О, сейчас будет весело. У меня, оказывается, в принципе, весь боекомплект тут находится и так в моих руках. Ну что? Автоматическая винтовка. Чем она отличается? Ну, в принципе, ладно, сейчас разберемся. Итак, начинается хаос. Как нет, лучше, конечно, стрелять из машины, потому что так, микро ПП, да, там нужен. Чем там лучше? В принципе, можно бронебойным пистолетом, но это будет не очень выглядеть, поэтому микро ПП. Мы просто расстреливаем все, что будем видеть. Сейчас главное выехать на шат. Это было опасно сейчас, кстати. Сейчас будут опасные гоночки с опасными погонями. А вообще, где копы? Копы. А где копы? Почему копов нет? Не понял. О! А вот и они. Только что-то не вижу. Осторожно! Да что ж ты вы делаете-то? Навстречку лезете уже. Что-то ни одного копа нет? Ну да ладно. Сейчас будет ДТПшечка уже. Бедный чувак. Я его отправил... Так, а где копы? Реально никого нету. У меня, конечно, появилось поле розыска, все дела, но... Отличная подстава сейчас была. Он мог сейчас пробить покрышку и уехать навстречку, но... А вот, собственно, с этим чуваком так и произошло. Еще бы в заправку улетел, было вообще эпично. Где все... Ух ты! Это сейчас что?
хотя что-то было немножко эпичное. Ладно, займемся взрывами пока. Так, что у нас тут есть? Кстати, дробаш. Осторожно. О! Вижу, вижу, едут господа. Господа, встречаю вас. Нет, давайте так сделаем. Как в настоящем, я не знаю, чем? В настоящем чем-нибудь. Я типа снайпер сначала. Так. Минус один. Только я не пойму, кого я убил сейчас, ну ладно. Так, я не знаю опять, кого попал. Дверь не пробивается. Я очень меткий снайпер, конечно. Так, главное следить за уровнем здоровья. Так, где-то сейчас тут вылезет. Где-то там, где-то, вылезай. Опа, перезарядочка пошла. Так, 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 ребята, ребята, я вас вижу. Ай, попадаете? Ну все, тогда держите. Сейчас будет большой били-бом. Полетела хорошая. Как ее взорвать-то, я забыл. А. Ну да. Красиво. Что могу сказать, красиво. Так, по-моему, немножко не долетело. А, не долетело все. Вот не долетело. Так, что нам, да куда еще закинуть? В принципе, можно уже потихонечку. Да не в ту машину, конечно. Зачем нам это? Еще и мокрый у нас сейчас будет погоня. Я думал, будет без облака. Погоня без облака. Так, так серию бы назвать, но она теперь с облаками, поэтому ладно. Итак, 4 звезды. Это означает то, что сейчас будет полный фарш. О, как я метко попал. Это сейчас кто? Ты кто вообще? Дядя, ты зачем так меня протаранил? Нифига, все так бешено ездят, я вообще в шоке. Так. Бедный трафик, ну чё ж ты так тормозишь-то быстро? Я между машин нужно еще сохранить. Какой-то чувак хотел убежать. А-а-а. Так, нет, я поеду по встречке, это безопасней. Безопасней. Кого-то подбил. Ух ты, вот это было сейчас красиво. Просто. Так, 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 4 звезды, надо 5. Для полного кайфа. Что-то вот тут какое-то место. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Думаю, что тайм-кодик здесь будет как раз к месту. Ладно, возвращаемся. Что-то реально тут можно все 4 звезды потерять. Какое-то место, где никого, нигде, ничего. Опа! Неловко вышло. Неловко. Че пешком бегаешь? Простудишься. Поехали, поехали. Что мне тут перегородочку устроить? Ух ты, ух ты, ух ты! Еще бы по стеночке объехал его, было вообще классно. Но нет, не получилось. Все, пока моя машина, так скажем, не скиснет. Она не скиснет еще долго, надеюсь. Все ваши пути я перееду. Вертолеты летят, нормально, нормально, нормально. По всем подряд стреляем и все. Не знаю, в кого я попадаю. Там он, по-моему, машине колесо пробил или что. Я его убил? Да, не хотелось. Всем колеса просто прошибаю. Нормально. У меня все отлично. Сейчас будет авария. Ух ты. Не знаю, что там произошло, но там, по-моему, что-то всех откинуло. Так, дело пошли. Гранаты. Взорвется? Ну да. Коп стоял до последнего на гранате, которую я в него кинул. В принципе, нормально. Так оно всегда и делается. Так. Ну что? Что я могу сказать? Нам нужно сейчас как-то аккуратненько. Аккуратненько. А почему опять здесь никого нету? Я что-то не понимаю. Я. Ладно, я в аэропорт. Да, уместился. А что там? Как будто кто-то когтями граффити на машине пытался и нарисовать. Который, кстати, на ходу прорисовывает. Смотрите, магия. Смотрим на левый бок. Все чисто. И появляется царапина. А с этой стороны. С этой стороны так же? Почти так же. Нормально, чё. Новые технологии. Там вон сзади меня догнали. Так, 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 сворачиваем в аэропорт. Аккуратно. Ух ты! Ух ты, ух ты! На морде! О! Красавчик! Сам себя оценил. Теперь в аэропорт. А это. Нет, проедем через дорогу, потому что тут ребята ждут. Ребята. Не у вас. А вот теперь можно поворачивать, только не в деревья. Ну ладно, ладно, в принципе, можно и тут. Я не знаю, где я. Ух ты. Машина еще живая? Живая. Потому что двигатель сзади. Этим все сказано. Залетаем в аэропорт. Я уже думал, сейчас бензобак рванет. Ну нет, не повезло. Машина уже вся поцарапанная со всех сторон, с которых может быть поцарапана. Покрышки он блестят. Так бы я облизнул. О! А вот это уже интересный оборот.
сейчас будет. Потому что главное успеть. Я думаю, что я успею. Что может случиться? Садимся. А вот сейчас будет интересно. Так, я попробую сейчас как-нибудь навернуть кружок, а потом приземлиться и забрать же свой же эдер. Я не знаю, как это будет возможно. Смогу ли я забрать свою машинку обратно и на ней свалить из аэропорта. Так. Я вот тут лечу ради интереса. Это опасно что-то. Опасно. Опасно! Все. Только вот куда лететь на нем, я не знаю. Попробуем сейчас вот так вот экстремально. Навернуть просто крюк. Круг. Главное, чтобы он не упал, а то я такие погодные условия. Так, какая разница, какие погодные условия, я просто летать не умею нормально. Ладно, может быть вариант выпрыгнуть и приземлиться прямо на машину. Сейчас так и сделаем. Я теряю копов, кстати. Вот теперь пора. Опа! Я не знаю, что сейчас произойдет. Я лично лечу побыстрее вниз. Где наш дорогой Титан? Ой-о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 й
меня найдете или как? Я тут. Да, они меня нашли. Немножко не лучшее приземление, или. Ну да, еще дальше, да, конечно. Угу. Именно здесь. Ладно, придется немножко пострелять. Ничего страшного, не привыкать. Главное, чтобы меня сейчас не подстрелили. Будет слишком обидно. Интересно, я попал в водителя? Нет, я попал не в водителя. Ой, уже к из машин едут ко мне. Уже обстреливают с машин. Пора валить. Нет, я сажусь в свой. Ой-ой-ой-ой, сколько хп-то. Фух. Я думаю, что мне сейчас повезло. Хорошо, что я не стал с ними до последнего стреляться. Угу. Сейчас поезд еще бы меня сшиб. Вообще было бы здорово. Зато так грамотно пересек трамвайные пути. Трамвайные, что? Я имел в виду не трамвайные, а... Ну, короче, поездатые. Пути. Сейчас будет опасный трюк. Да. Не особо вышло, ну да ладно. Машина, в принципе, еще в порядке, еще проживет. Главное, что сколько бы я кузов не бил, мощность у двигателя пока не терялась. Перелечу. Как-то грамотно спрятался. Ладно, немножко пострелять, что ли? Я нормально сейчас перепрыгнул, грамотно так тоже. Я даже не знаю, как в них пострелять-то. Нет, я думаю, что это не очень хорошая идея. Хотя бы... Придется как-то... Как-то придется отстреливаться до последнего, потому что я сейчас не вариант садиться вообще в машину. Ладно, все, вот теперь нормально. Все еще 4 звезды, пятую я еще не получил. Ничего страшного. Время есть. Так. Ребят, здорово. Ух ты, я не знаю, что это сейчас было. Это, по-моему, сейчас было просто суперский трюк, чтобы уклониться от пуль, которые в меня летели. Я просто днищем машины прикрылся и дальше поехал. Так оно всегда и бывает, кстати. Так, продолжаю ехать, потому что, может быть, сейчас поезд пойдет. Хотя зачем он мне нужен? Поэтому я сворачиваю. Ну, опять по-свойски. Нормально все. Опять прикрылся от пуль. Вот это фигово, кстати. А, тогда, что фигово? Можно же брейкданс сделать и поехать дальше. Так, ребят. Ух ты! Чувак, вот сейчас вот тебе повезло, я не знаю, ты откинулся от моей левой двери или от чего-то другого. Да, ребят, вы поставили блок, я его, конечно, не перепрыгнул вот так вот грамотненько. И дальше сейчас опять. Слушайте, машина неубиваемая, кстати, реально. Я еду дальше. Все отлично. Ну, столб не помеха, в принципе. Я не знаю, что-то копы не особо охотно меня хотят поймать, по-моему, раз они так себя ведут. Надо больше агрессии, ребят. Я хочу увидеть вашу агрессию. Давайте, ребята, копы. Ребята, больше агрессии. Я сейчас чувака чуть не прихлопнул, ну ладно. Там такой же был чувак по нам. А вот это уже интересно. Нет, не интересно. Или интересно, я даже не знаю. Куда сядет, туда и сядет. Ну да. Тот вариант был, конечно, с водительской двери зачем садиться, если можно сесть отсюда. ХПшка опять кончается, ну ничего страшного. Какие-то перевороты постоянные, вообще не понимаю. Так, здесь нет поезда. Так, разворачиваемся. Ну что, вы что стоите? Кого ждете, поезд что ли? Вы бы еще блокпост поставили вот здесь, вот нормально было бы. Самое нормальное вот место. Нет, джип достал. Хватит вам не стрелять. Ух ты, там! Вот сейчас было нормально, там лезся просто... Ой, чувак, ты не... Да.
Он улетел прямо в кактус, ну ладно. Выезжай на шоссе. Я думаю, что там повеселее будет. Мне, по-моему, сейчас пробили что-то сзади. Какие вы злые. Меня отправляете в кусты, а я все равно возвращаюсь. И реально просто машина неубиваема. Смотрите просто на морду. От нее ничего не осталось, но она также бодро едет. Копы. Смотрите, приветик. Я очень четко попадаю, ну да ладно. Так, выезжаем. Опа. Нормально. Поехали быстрее. Когда будет 5 звезд уже? Никогда? Нормально сейчас была авария, ну ладно. А он дальше поехал, я мог напробил, в принципе, что ему мешает. Там, да. Ну ладно. Куда вот ты попер? Я тебе пробил все, что у тебя было. Ладно, я тебя отправляю туда. Ох, как не... Ой-ой-ой, его там об камни нормально-то, кстати. Кто видел там, за кустиком было видно, как его там надбросило. Ну да ладно. Чего вы ждете? Я вам колеса пробил, все, никуда не поедете. Это еще кто-то развернуться решил. Вы что, совсем сдурели, что ли? Ух! Опять прикрылся. Вот это! Кстати, было... Вот согласитесь, это было красиво. Просто красиво. Без лишних движений. Просто переворот. А ну-ка попробуем еще разок. Да вы издеваетесь? Как у меня это получается? Я постоянно... Ладно. Да. Чувак пробил себе покрыхи. Не его день. Это сейчас было тоже нормально, кстати. Ну, ладно. Но это ничего необычного. О! Чё вы по мне стреляете? Хватит по мне стрелять. Ты споткнулся, чувак. Там скользкие ступеньки на твоей тачке. Так, а мы все едем дальше, потому что машина не убивается. И от этого ничего не меняется. Точнее, она убивается, но от этого ничего не меняется. Вот так. Это было близко, но это была редиска. Чувака на кабриолете жалко, но ничего страшного, бывает. Не вернулся с дачи. Куда вот ты поехал? Смотри, по тебе там стреляют. Это сейчас будет что-то... Я сейчас прикроюсь машиной опять и уеду от вас. У меня очень мало хп. Я боюсь, что мне сейчас могут попасть, и на этом все закончится. Нет, я так просто не сдаюсь. Я буду... Попробуем трюк. Итак, трюк. Ну, как-то... Не. По сравнению с другими, что-то не очень. Ну, ладно. Сейчас были колеса в текстурах, но, в принципе, нормально. Я так долго буду туда-сюда ехать? Мне обратно до аэропорта, может, вернуться? Не знаю, куда я сейчас залетаю, просто я уже пытаюсь приукачить, что-то вытворять, прикрываться. Но как-то все... Вот первые самые нормально были, а сейчас что-то уже не прет. Надо отсюда выезжать потихонечку. Машина как неваляшка какая-то, она все равно встанет на колеса. Отсюда неудобно стрелять. Шучу. Хватит по мне стрелять. Хватит! В упор не стреляй с дробовика, я же умру. Не надо. Фух, мне повезло, опять долечка хп осталась. Когда будет 5 звезд? Объехал нормально. Так, что у нас впереди тут? Стрелял. Это что такое? Это что за сюрпризы? Чувак, ну ты, конечно, встал? Классно вообще. Ты думаешь, я не... Подождите, так это же... Так это же хорошая замена, только очень... Нет, она слишком медленная будет, я думаю. Ладно, поэтому я возвращаюсь. Так. Что там пока изменилось за это время? Ничего не изменилось. Я опять туда-сюда катаюсь. Уже вечереет. Скоро начнется ночь. Я все равно должен погибнуть не от руки копов. Я должен это сделать красиво как-то. Может быть, сделать это сейчас? Или еще раз? Опять что-то все исчезли. Я тут на трассе летаю. Вот сейчас неудачно приземлился. А тогда вот два раза, можно сказать, грамотно было. Так, я даже не знаю, что такого вытворить. Так. Ребят, вы там за мной, да, мчите? А, вон опять блокпост поставили. Ну, сейчас мы его проедем. Так, красиво проезжаем блокпост! Нет! Нет! Ну что, ребят, я правда, все равно умер от руки копа. От пули копа, я даже так сказал. Вот. Но ничего страшного. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Комментируйте. С вами был Булкин. Всем удачи и всем пока, ребят.